благодаря тому, что правительством были ужесточены ограничительные мероприятия, введены QR-коды в торговых объектах непродовольственного назначения и были нерабочие дни. Потому что мы заметили колоссальную тенденцию к снижению. Если было 230 пациентов, были заняты коридоры, то сейчас, слава богу, освободились не только коридоры, но и непосредственно койки в палатах. Мало того, мы хотим отметить, что снизилось потребление кислорода также на 30%. Если мы тратили до 3 тонн в сутки, то сейчас это 2-2,5 тонны в некоторые дни. Также отмечается тенденция к снижению тяжело больных в реанимационном отделении. Введение QR-кодов и все-таки сподвигло людей на усиленную вакцинацию. К сожалению, люди не могут до конца понять, что важно в первую очередь здоровье. Только введение QR-кодов сделало такой толчок для того, чтобы люди побежали на вакцинацию. Если будет так продолжаться, то мы очень скоро надеемся, что вернемся к мирной жизни, что прекратится вот эта вот коронавирусная жизнь во всех учреждениях и начнется нормальная жизнь.